Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 5 февраля, последний день нашей экспозиции в гостином дворе «Искусство в интерьере». Что нам дало 2 недели работы на этой выставке? Куча знакомств, куча продаж. Каждый художник смог открыто себя выразить, познакомиться с покупателем, с потребителем, найти новые контакты. И люди, гости гостиного двора могли познакомиться с творчеством каждого художника. Эта фирма «Кона» образовалась в 2020 году. Молодые дизайнеры Мария Малыгина и Губко Данил создают эти прекрасные арт-объекты. Это натуральная глина. Это натуральные объекты, современный дизайн. Ребята все делают вручную. Роспись изделий производится вручную. И на сегодняшний день я считаю, что их работы уникальны и неповторимы. Каждое изделие из них – это свой мир. Каждый предмет – это произведение искусств. Это шедевры. Работа выполнена с любовью. Работа выполнена с душой. Каждый предмет имеет свою историю. Каждый предмет имеет свое предназначение. Такие тарелки могут как панно выступать на стене, и такие же тарелки могут использоваться для какого-то блюда. Можете его использовать в практической части. Фирма «Кона» с авторской росписью художника. Я считаю, приобрести такие изделия – это большой удачей, потому что юные художники раскрывают свои таланты и знакомят нас со своим творчеством и дарят нам свою любовь.